Теперь сниму в таком формате, в прямом, чтобы лучше было видно грушу. И я просто стану, поработаю с грушей молча. Вы посмотрите, как я делаю ски, если видно, да? Значит, я делаю ски сейчас по системе карате. Я стою в полукибодаче, то есть ноги ровно, стал ровно перед грушей. И я бью не так боксерски с докрутки руки, а ровно. Больше часа. То есть еще раз стою ровно, то есть полукибодача такая, вот, или у нас в айкидо хидарин, хидарина камай, стал бух 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 бух, вот, и потихонечку забиваю в таком темпе быстро. Во-первых, потеем, то что надо для кардио, тренируем сердечко, дыхалку, и очень хорошо плечи забиваются. Если так легко бить, шанс получить травму минимален. А плечики классно тренируются. В следующем видео вы смотрите более подробно, как я тренирую плечи. Всем пока. Ставьте лайки, делайте репосты. В будущем будут ролики по айкидо. Уже скоро. Во вторник еду снимать. Пока-пока.